Всем привет! Вопрошать лишь стыд минутный, каждый вам его простит. Не спросить, лишиться знаний – это целая жизнь стыд. Конфуций. Unit 4. Contraction of the verb to be. Поговорим о терминологии, с которой мы будем сталкиваться на всем протяжении изучения английского языка. Useful vocabulary – полезная лексика. Contraction – сокращение, краткая форма. Singular – от латинского singularis – единственное число. Plural – от латинского pluralis – множественное число. Последние два термина пришли в английский язык из латыни. Почему? Для этого обратимся к истории. Бриты. Кельтские племена с 8 века до нашей эры по 5 век нашей эры – основное коренное население современной Британии. Жили общины родовым строем, и у них не было своей письменности. В 43 году нашей эры началось длительное завоевание Британии римлянами. Тем не менее, римляне сделали много полезного в своей колонии Британика, что способствовало экономическому росту этих территорий в дальнейшем. Они построили дороги, мосты. В 43 году нашей эры основали Лондиниум, Лондон, в устье реки Темза. Они же привнесли письменность. Первая английская грамматика была написана на латыни. Отсюда многочисленные латинские заимствования в грамматической терминологии английского языка. Contraction of the verb to be. Positive. Краткая или сокращенная форма глагола to be в повествовательных предложениях. На письме выражается апострофом или апострофом. Singular – единственное число. Plural – множественное число. Первое лицо единственного числа. Полная форма – I am. Сокращенная форма – I'm. I am, I'm. Второе лицо единственного числа отсутствует. Третье лицо единственного числа. Полная форма he is. Краткое his. He is. His. Полная форма she is. She's. She is. She's. Полная форма it is. Краткая it's. It is. It's. Первое лицо множественного числа. Полная форма we are. We are. Краткое. We're. We are. We're. Второе лицо множественного числа. Полная форма. You are. You are. Краткое. You're. You're. Третье лицо множественного числа. Полная форма. They are. Краткое. There. There. Почему во втором лице единственного числа мы поставили прочерк? Отвечаю. Thou – личное местоимение второго лица единственного числа давно вышло из обихода, но современники Шекспира активно употребляли его в речи в значении «ты». Шло время. Обращение thou на «ты» стало считаться неучтивым и даже оскорбительным. Его заменило местоимение «е», что в староанглийском означало «вы». Со временем «е» трансформировалось в современное нам местоимение «you», которое по контексту переводится как «ты», «вы» и «вы уважительное». Но по форме «you» всегда во множественном числе, поэтому занимает подобающее ему место в колонке множественного числа. А во втором лице единственного числа мы ставим прочерк. Contraction of the verb to be. Negative. Краткая форма глагола to be в отрицательных предложениях. Для образования формы мы употребляем глагол to be плюс частица not. Singular – единственное число. Plural – множественное число.
Первое лицо единственного числа. Полная форма. I am not. I am not. Краткое. I'm not. I'm not. Второе лицо единственного числа мы ставим прочерк. Третье лицо единственного числа. Местоимение мужского рода. He is not. He is not. Краткая форма. He's not. He's not. Или he isn't. He isn't. He isn't. Третье лицо единственного числа женского рода. She is not. She is not. Краткая форма. She's not. She's not. She's not. Или she isn't. She isn't. She isn't. Третье лицо единственного числа. Средний род, неодушевленный. It is not. It is not. Краткая форма. It's not. It's not. It isn't. It isn't. It isn't. Первое лицо множественного числа. Полная форма. We are not. We are not. Краткая форма. We are not. We are not. We are not. Или we aren't. We aren't. We aren't. Второе лицо множественного числа. You are not. You are not. Краткая форма. You're not. You're not. Или you aren't. You aren't. You aren't. Третье лицо множественного числа. Полная форма. They are not. They are not. Краткая форма. They're not. They're not. They're not. Или they aren't. They aren't. They aren't. Contraction with special question words. Whose? Where's? What's? How's? Who's that? Where's Anne? What's the matter? How's your father? Contraction with some words like that, here, there. That's so nice of you. Look, there's my sister. Here's your book. Unit 5. Numerals. Раздел 5. Числительные. Numerals. Числительные. Cardinal. Количественные. Ordinal. Порядковые. Количественные и числительные отвечают на вопрос «Сколько?». One. One. Two. Two. Three. Three. Four.
for. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. Fifteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventeen. Eighteen. Eighteen. Nineteen. Nineteen. Twenty. Twenty. Twenty-one. Twenty-one. Twenty-two. Twenty-two. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 29. 29. 30. 30. 40. 40. 50.
50. Sixty. Seventy. Seventy. Eighty. Eighty. 90 90 100 100 100 200 200 1,000 1,000 25,000 25,000 Обратите особое внимание на то, что количественные числительные не имеют формы множественного числа. Например, 300 people. Five thousand cars. Не 100. Ни thousand не имеют формы множественного числа. Это кто здесь ленится? Работаем, работаем! Посмотрите на картинки и попытайтесь сами назвать число. Ladybirds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, bats. So many! 12 Good job! 48 Fishy! 16 Hit the road, Jack. Hey, nice you. 4 Stars in the sky. So many of them. 92 Look, Africa, savanna, zebras. 11 How to ask about the telephone number? Как спросить номер телефона? Номера телефонов сплошь сотканы из количественных числительных. A telephone. A phone. Телефон. A mobile phone. A cell phone. Мобильный телефон. A smartphone. Смартфон. What's your telephone number? Какой ваш номер телефона? Now it's your turn to try. Look, this is my smartphone. What's your telephone number? My telephone number. Oh, I'm sorry, let me see.
My telephone number is... My telephone number is 8 1 2. Eight one two three five nine four seven six. Check yourself. Проверьте себя. And now you. Выполните следующее задание самостоятельно. Подсказка появится чуть позже. У вас есть время подумать. 9 1 6 7 8. Two, one, five, oh, nine. 916-782-1509. Yeah! We did it! Мы это сделали! How to ask the time? Как узнать, который час? Excuse me, what time is it? Or, excuse me, what is the time, please? It's 1 o'clock. Thank you. И немного истории. Выражение o'clock произошло от устаревшей формы of clock. Давным-давно буква F была заменена апострофом или апострофом. Why not have a try right now? Почему бы не попробовать прямо сейчас? Пожалуйста, ответьте на вопрос. What time is it? Excuse me, what time is it? Or, excuse me, what's the time, please? It's 5 o'clock. Thank you. Excuse me. What time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 8 o'clock. Thank you. Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 11 o'clock. Thank you. Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 2 o'clock. Thank you.
Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 9 o'clock. Thank you. Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 4 o'clock. Thank you. Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 10 o'clock. Thank you. Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 6 o'clock. Thank you. Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 3 o'clock. Thank you. Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 12 o'clock. Thank you. Excuse me, what time is it? Excuse me, what's the time, please? It's 7 o'clock. Thank you. Еще одна область, в которой активно задействованы числительные, это вопрос о возрасте. How old are you? Сколько вам лет? How old are you? It's time for some practice. Составьте предложение, поставьте to be в правильную форму. В ответе используйте краткую форму глагола to be. Числительный запишите прописью. How old your father? Ему 45 лет. How old is your father? He's 45. How old your sisters? Им 12 и 14 лет. How old are your sisters? They are 12 and 14. How old you? Мне 16 лет. How old are you? I'm 16. How old your brother? Ему 13 лет. How old is your brother? He's 13. How old your mother? Ей 32.
How old is your mother? She's 32. How old your teacher? Ему 54. How old is your teacher? He's 54. How old the dog? Ей 7 лет. How old is the dog? It's 7. Well done! Congrats! Здорово выполнено! Мои поздравления! Сегодня мы берем тему одежда. Clothes – это существительное множественного числа. A shirt – рубашка, сорочка. A suit – костюм, обычно деловой. A blouse – блузка. A dress – платье. A skirt – юбка. Overalls – комбинезон. A t-shirt – футболка. A sweatshirt – толстовка. A hoodie – толстовка с капюшоном. A turtleneck – водолазка. Jumper – пуловер, sweater. Джемпер – пуловер, свитер. Trousers – брюки. Pants – штаны или брюки casual. Jeans – джинсы. Bermudas – бермуды. Shorts – шорты. Leggings – леггинсы. Tights – колготки. Socks – носки. A robe – халат. A jacket – куртка или пиджак. A coat – пальто. Jogging suit – спортивный костюм, костюм для бега. Sneakers – кеды. Trainers – кроссовки. Sandals – босоножки. Slippers – домашние тапочки. Shoes – туфли, ботинки. Loafers – лоферы. Boots – сапоги, ботинки. A hat – шляпа или шапка. A scarf – шарф. Gloves – перчатки. Mittens – варежки.
The cost of things. Стоимость вещей. В этом разделе мы опять сталкиваемся с числительными, потому что мы поговорим о ценах. И как спросить о том, что сколько стоит? How much is it? Сколько это стоит? В вопросе сказуемое может быть выражено is или are. Выбор в пользу сказуемого единственного числа или же множественного числа зависит от того, в каком лице и числе стоит подлежащий. Are you ready for the real thing? Вы готовы заняться серьезным делом? Выберите правильную форму глагола to be и правильную форму местоимения. How much is the dress? It is $57. How much are the loafers? They are $132. How much is the shirt? It is $24. Поставьте глагол to be в правильную краткую форму. The jacket's not $29. It's $39. How much are the trainers? Is it your t-shirt? How much is this scarf? It's not your robe, it's my robe. It isn't your robe, it's my robe. Переведите предложение. Поставьте глагол to be в правильную форму. Числительные прописывайте прописью. В ответе глагол to be поставьте в краткую форму. Мы должны задать специальный вопрос, который начинается со спецсловосочетания «Сколько стоит?». Это «How much?». В вопросе «Coat» – существительное третьего лица одиннадцатого числа, соответственно, форма глагола «to be» – «is». В ответе вместо существительного «coat» – личное местоимение «it». Помним, что числительное в английском языке не имеет формы множественного числа. Что мы получили? «How much is the coat?» It's $370.
В вопросе trousers – это парное существительное третьего лица множественного числа, значит, форма глагола to be are. В ответе вместо существительного trousers – личное местоимение they. Итак, что мы получаем? How much are the trousers? They are $120. Далее попробуйте перевести сами. Но, тем не менее, опирайтесь на алгоритм рассуждений, который мы с вами рассмотрели на двух предыдущих примерах. How much are the blouses and skirt? They are $89. How much is the suit? It's $465. How much is the hoodie? It's $19. How much are the gloves? They are $6. It looks like to be over. Похоже на то, что все закончилось. That's all for today. See you. Bye.